Дорогие друзья, это в гостях у Тикея, Инстаграм, Телеграм, Ютуб, подпишись на меня, когда будет новый видос. Естественно, будет первый посмотреть. Альбом вышел, Friendly Tag 52, NNG, Питер, Санкт-Петербург. Альбом Кристофорос Коломбос. Типа, как будто это он нашел Америку. Или он нашел США. Так, песня называется No Rats This Time, никакой мыши в это время. No rats this time. Погнали, погнали. Что там будет по текстам? 52, сука, соси член. Кристофер. Все мое дерьмо по-настоящему. Эти меня в жизни ебанем на тебе графики. Только рыжие, в магазах нет сдачи. Я храплю на бляди, могу купить себе тачку. В городе есть точки, где стоят братья. Мы кидаем палки и раскидываем пальцы. Спасибо рэп-игре за то, что я перестал банчить. Так бы я толкал, и это было бы по кайфу. Улицы тусуют, когда мы снимаем промо. Приезжают копы, курим где угодно. Они читают рэп, блять, но мы их не саппортим. Немного неловко, ведь они об этом просят. На мне есть стволы, на могу кого нибудь ёбнуть. Это чел крыса, не кури с одного бонга. Иногда не верю, в то, кем мы стали сегодня. Давай купим квартиру, раньше пушили со съемным. На английском мы пишем с ошибками. Брат выпустит альбом, чтобы все знали, что мы с Питера. Деньги есть, раньше их не было. Я сплю на даунах, как будто под блистером. Им нужно экстази, чтобы быть искренним. Мне нужны рексы, чтобы купить ей Тиффани. Только купил шмотку, я хожу с бирками. Но это мое, мне похуй, могу ее выкинуть. Тяжело весим, наши дома с лифтами. У нас есть яйца, но мы двигаемся с кисками. Те еще собаки, но... Hold up. У нас есть яйца, но мы двигаемся кисками. Oh shit. I have balls, but I whoop with pussies. Okay, I love that. Okay. Мы едим вилками, что стоит дорого, блять, как мои принципы. Все мое дерьмо по-настоящему. Эти меня в жизни ебанем на тебе графики. Бэги только рыжие, в магазах нет сдачи. Я храплю на бляди, могу купить себе тачку. В городе есть точки, где стоят братья. Мы кидаем палки и раскидываем пальцы. Спасибо рэп-игре за то, что я перестал панчить. Так бы я толкал, и это было бы по кайфу. Если я в Турции, то я цепляю Наташ. Увез ее в апарт, ее ждет харам. Если я на блоке, то там горит аларм. Уличные псы, у них каждый день шаббат. Роликсы, тутон, бэйби, это все принес тюнкор, я не ксоуджи, как Буфон. Хочешь дым с нами? Ты поход тупой. Мы тебя закажем, будешь 200-м грузом. Моя рука на булке, но я нихуя не пекарь. Мои пацаны стучат, но только по еблетам. Немного похаслю, возьму себе патеки. И в отличие от вас, мы никогда не кэпим. Чек, чек и мои чеки. Стеки на них стеки. Треки будто трупы, они попадают в реки. Это игра на вылет, и я слипаю вас, дети. 5,2 миллиона за любой, мать их, месяц. Я не... Все мое дерьмо по-настоящему. Эти меня в жизни ебать. На нем на тебе граффити, бэги только рыжие, в магазах нет сдачи. Я храплю на бляди, могу купить себе тачку. В городе есть точки, где стоят братья. Мы кидаем палки и раскидываем пальцы. Спасибо рэп-игре за то, что я перестал банчить. Так бы я толкал, и это было бы по кайфу. I like it. Яна, что же вышел жесткий флоу. Вау, альбом Кристофор Коломбо, или Кристофорос Коломбо, создан человек, который нашел Америку. Это сейчас Friendly Tag 52 NNG. Ваше мнение в комментариях. Мне нравится, флоу жесткий. Блин, все песни топ. Мне нравится. Ребята, ваше мнение в комментариях пишите, так что так, то есть не забудьте подписаться на меня, Инстаграм, Телеграм, Ютуб, когда будет новый видос, вы будете первые посмотреть. Спасибо за просмотр. Пока.